На базе Южноуральского государственного университета прошло внеочередное общее собрание Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России. Участники подвели итоги выборов председателя регионального отделения, определили численность и состав совета, а также обсудили основные направления работы на ближайшие 5 лет. Ректор ЮРГУ Александр Вагнер стал первым заместителем председателя Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России. Союз машиностроителей в себе интегрирует предприятия Челябинской области, а если мы смотрим на Союз машиностроителей по всей России, то это, в принципе, все машиностроительные предприятия, это в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса. То есть это такой большой-большой-большой клуб, где представлено большое количество самых успешных, самых лучших предприятий страны и региона. Конечно же, взаимодействие Союза машиностроителей России позволяет университету выработать новые места практики, то есть дать студентам новые возможности для практического обучения, ну и последующего трудоустройства. Помимо организации работы отделения, участники обсудили вопросы взаимодействия Союза машиностроителей с Южноуральским государственным университетом. По словам председателя Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Павла Яковлева, сейчас наблюдается острая нехватка работников инженерных специальностей, поэтому на ближайшие 5 лет программа отделения будет строиться на воспитании и поддержке инженеров. Во-первых, у Союза машиностроителей основная цель – это воспитание будущих инженеров, потому что кто, как не базовый вуз Челябинской области, этим должен заниматься. Поэтому только в сотрудничестве мы можем реально вернуть, во-первых, вернуть популярность специальности инженера в широком смысле, от инженера там, химика до инженера-биотехнолога. Отметим, сотрудничество Челябинского регионального отделения и Южноуральского государственного университета направлено на повышение значимости и престижа инженерных и технических специальностей среди молодежи. Также Союз машиностроителей России является постоянным партнером многопрофильной олимпиады «Звезда», которая проходит на базе ЮРГУ.